привет, ребята, Гудоули, Грузия, Анатолий и Светлана. Светлана, Санкт-Петербург. Ребята, замечательный день в Гудоули. В общем, все видно. Все на месте. Все на месте. Парапланы тоже никуда не делись. Поэтому, Светлана, два слова о старте. Скажите вперед, вперед, назад, назад, вперед, вперед. Главное, не падаем, двигаемся. Активно, хорошо. Танцевать умеем, отлично. Светлана, не волнуйтесь. Обгонять назад не надо ничего. Вас будет тянуть, вы перебирайте. Все, немножко вперед находитесь. Вам удобнее, да, будет. Тянуть нас будет парапан надо. Потом скажу вам, сесть садитесь, раньше времени не садитесь. Хорошо? Угу. Готовы? Поднимаю крыло потихонечку. Так. И сейчас у вас начнется выйти потихоньку назад. Ага. И мы с вами пойдем. Готовы? Не пилите, не пилите. Отлично. Идем. Готовы вперед идти? Да. Идем. Потихонечку. Идем. Тащи. Тяните, тяните. Тяните, тяните. Ой, я подлетаю. Давайте сядьте. Ой, села. Полетели, ой, как птички. Да. Мамочки! Коленку левую вверх. Так. Левую вверх, мамочки. Санкт-Петербург, мамочки. Мамочки. Правую Петербург. Вверх, Санкт-Петербург. Замечательно. Полетели. Ой, боже мой, это очень высоко. Это совсем не высоко, что такое? Совсем не высоко. Давай мне камеру два раз покажем вот здесь, а ты смотри назад, влево. Озеро видно, ребята. Держим. Можете правую руку брать, можете левую, расслабляйтесь. Сейчас мы будем находить восходящий поток воздуха. Вот он. Все почувствуем. Ой, озеро. Ой, боже мой!
Ой, написано Кудаури. Я еще раз снимаю это вперед. И себя еще да, да, да. И на себя. Ой. Все и так видно. Ничего не скажешь. Горы, солнце.